Здоровье ребенка в наших руках. У 5-летнего Кирилла Лукичева рак. Страшный диагноз. Альвеолярная рабдомиосаркома малышу поставили в декабре прошлого года. За это время Кирюше сделали операцию по удалению части опухоли. Также он прошел уже 3 блока химиотерапии. Теперь ребенку необходима повторная операция, на которую требуются деньги. Предварительная стоимость лечения за рубежом – 6 миллионов рублей. Таких денег у родителей Кирилла нет. И вот что нам сегодня рассказала мама малыша Екатерина Лукичева. По плану было 4-й блок химии и пооперировать. Вот. Но так как после УЗИ, КТ мы делали, смотрели на опухоль, но да, она уменьшилась очень хорошо, она умирает, то есть сама опухоль там, но она еще так недостаточно операбельная, то есть она больше калечащая для ребенка будет операция. Поэтому для того, чтобы не навредить ребенку, нужна еще лучевая терапия. После нее, конечно, да, нужна будет уже операция. На данный момент, на сегодняшний день, собрано в районе 700 тысяч. Мы очень надеемся, конечно, на помощь фондов, но им тоже нужны счета клиники. Как только будет у нас счет на руках, мы, конечно же, это сразу фонды, то есть все это поступит, все счета, то есть я и уже буду на рассмотрении. То есть, в принципе, они все готовы помочь. Кстати, если бы 30 тысяч человек перевели по 200 рублей, уже бы набрались необходимые 6 миллионов. Напомню, перевести деньги можно, отправив СМС на номер 4647. В сообщении нужно написать слово «благо», пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать. К примеру, «благо», пробел 200. После этого приходит СМС от оператора сотовой связи, который просит подтвердить, что вы действительно хотите перевести деньги. Сообщение с подтверждением бесплатное, и его необходимо отправить. Только в этом случае деньги дойдут до получателя. Также реквизиты, на которые можно переводить деньги, размещены на сайте ноябрьск.рф и на страницах новостей нашего города в социальных сетях.